Сегодня в эфире. В то время как медики обеспокоены тем, что эра антибиотиков заканчивается, профессор Альтман замахнулся на фантастическую задачу – создать антибиотик, адаптация к которому исключена в принципе, сообщает российская газета. Он утверждает, что устойчивость к лекарствам у микроба возникает в результате одной мутации. Ученый намерен усложнить жизнь бактерии. Для этого надо создать такой препарат, чтобы для его обезвреживания в геноме микроба произошла не одна, а одновременно как минимум три мутации. По теории вероятности подобное практически невозможно. А раз так, то ни бактерии, ни вирусы не смогут приспособиться к новому лекарству. Будь здоров и подписывайся на наш канал.